Сегодня филиал детской городской библиотеки номер 6 расположен в светлом, комфортном здании в самом центре Мозыря. А история этого учреждения началась в 1948 году в маленькой комнате. Всего 9 квадратов при городской библиотеке. После переехали в здание возле набережной парка. А в 1976-м справили новоселье здесь. В 1963 году детской библиотеке присвоили имя Веры Захаровны Харужи. С тех пор коллектив из поколения в поколение по крупицам собирает, сохраняет и передает память о герои Советского Союза. В экспозиции собраны подаренные братом Веры Харужи книги, переписки, стихи. Этой хрупкой и невероятно сильной женщине посвящали стихи и песни «Купала», «Танк», «Бровка», «Верба». Кстати, буквально недавно на электронную почту пришло письмо из Челябинской области, а в нем стихотворная ода подвигу мозырянки. Имя Веры Захаровны Харужи для нашей библиотеки очень значимо. Ее имя носит наша библиотека уже с 1963 года. На протяжении этих долгих лет наша библиотека занималась скрупулезной работой по сохранению памяти о Вере Харужей. Здесь у нас собрано очень много материала. Это и стихи о ней, это и воспоминания о ней, воспоминания ее друзей, ее одноклассников, также ее однополчан, с которыми она сражалась на полях нашей Родины. Также у нас есть переписка с ее родным братом Василием, с ее сестрой Любовью, с автором сборника о ней книги «Жизнь, отданная борьбе». Есть переписка. Есть переписка с различными школами города Москва, города Минска, которые носят имя Веры Харужи. Вера Харужи родилась в Бобруйске, а после семья переехала в Мозырь. Здесь девочка получила образование, сформировалась как личность. Пылкая, идейная, жаждущая справедливости и всем сердцем любящая свою страну. Сражалась против белополяков, после против фашистов. Сложное время, сложная судьба. Но ни лишение, ни тюрьма, ни допросы, ни страх, ни голод не смогли сломить Веру. Для советской молодежи она еще при жизни стала кумиром, а по воспоминаниям земляков была очень доброй, отзывчивой, душевной, искренне любила людей. Также, кроме сохранения печатной продукции о Вере Харужи, наша библиотека занималась и занимается розыском родственников, близких людей, которые ее знали. В течение этого времени в нашей библиотеке проходили встречи с братом Василием, с сестрой Любовью. К нам приезжала в гости Селидиевская, автор сборника. К нам приходили в гости люди, которые ее знали, которые написали собственноручно ее воспоминания. Все эти встречи мы проводили в стенах нашей библиотеки. В детской библиотеке имени Героя Советского Союза Веры Харужи к 120-летию со дня ее рождения посвятили целый цикл тематических мероприятий, которые будут продолжены. Кстати, здесь планируют оцифровать уникальные документы и выложить в интернет, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться. Виктория Синицкая, Ян Михаленя, телеканал «Мозырь».